The famous unsolved murder of a Vinewood starlet is one such case. For years. This is where counterculture began and then morphed into a nanny state. A place that preaches environmental stewardship but has a terrible public transit system and the worst air in the pristine first row forest to build generic strip malls and tract mansions. San Andreas, we won't be broken hypocrites forever. Brought to you by the San Andreas. За голову игрока Аникей назначена награда $5000. Так, это ты? О. Да, это он. Ты что ты стреляешь-то? Спасибо за 5000, чувак. Ну то ты, блин, как-то неожиданно появился передо мной. Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики канала. Мы рассекаем просторы GTA 5 онлайн. Тут в городе творится какой-то бедлам, блин, и беспредел. Все друг друга ездят, стреляют, блин. Это жесть какая-то. Так, что тут у нас? Кто тут на карте у нас? Посмотрим. Нет, спасибо. Нам подготовительное задание не надо. Так, меня разыскивает полиция, но в принципе мы сейчас от него уйдем. Но тут есть даже чувачок, вижу на карте, который походу меня преследует. Это, наверное, тот, которого я убил. Ты или не ты? Так, давай посмотрим. Ты за мной хочешься или нет? А, потихонечку приближается. А, вон он. Да, Аникей, ну откуда грудь, блин, для просота? Какой, блин, товарищ. Блин, уходим. Уходим. Ты разозлился. Посмотрим, что у меня здесь из моего арсенала. В принципе, не так много у меня. Всего по одному, чтобы не успел я запастись. Да ё-моё! Палки, еще и полиция. Находим, поворачиваемся. Так, знаете что, сейчас мы попробуем-ка его гранаткой остановить. У меня две штучки есть. Иди-ка сюда, мой маленький. Да, красава, попался. А давайте посмотрим еще в повторе, а? Со мной нехрен связываться. Так, мне нужно, блин, тачку поменять, а то я на ободах еду, блин. И тут нифига. О, закрутило это как, а? Так, товарищи, дайте мне проехать. Блин, да сколько ж тут народу-то, а? Все друг друга ездят, все стреляют. Давай сюда попробуем. Да ёлки-палки-то, ну. Так, извините, товарищ полицейский, я уезжаю. Я тут не виноват. Ну, вот сюда заедем. Здесь мы точно сменим машину. Парковка. Все дела. А вот эту вот возьмем. Такую же, только другого цвета. Такую же, да? Ну, вроде да, такая же. Так, не будем оставлять здесь улик. Надо уничтожать улики за собой. Нет. Вот. Ты смотри, машина не заперта была. И уезжаем. Прощай, товарищ полицейский. Крутяк. Так, ну а сейчас нам надо от них убежать. Спрятаться, так сказать. Так, чувак, чё, ты, ну чё ж ты переходишь-то дорогу передо мной, ну? Кушай тебе на NPC. Так, ну что, в принципе мы оторвались.
За нами никто не едет, никто нас не преследует. Так, мне сейчас главное найти какую-нибудь тачку, да побыстрее. Свернем сюда. Поищем здесь. Так, о, классная тачка. Ну, ладно. Мы ее пропустим. Посмотрим. Ну, там игроки друг друга убивают. О, какая красивенькая, беленькая. Вот я ее возьму, пожалуй. Так, спрячем оружие. Сядем в тачку. Вот. Давай, заводи, заводи. У меня уже 3 звезды, но походу меня потеряли. И это класс. Так, блин, тут же какие-то сборища дорогих машин тут, а? Ладно. Так, чем мы сейчас займемся? Значит, тут у нас есть небольшой ивент. И мы до него сейчас доедем. Ну, доедем мы по набережной. Попробуем на полной скорости. И не сбив ни одного человека. Ну, кого собьют, товарищи, извиняйте. Так, потихонечку, извините, народ, нам мне нужно разогнаться. Разогнаться и набираем ход. Давай, давай, давай. Отлично. Как держать? Проехали, объехали. Извините, девушка. Блин, давай быстрее. Вот это я понимаю. Это скорость. Опа. Нигде так скорость не чувствуется, как в GTA 5. Круто. Ой-ой-ой-ой-ой. Извините. Вызовите кто-нибудь 911. Хорошо, ладно. Все, я не играю. Выезжаем на автостраду. Так, это у нас там слишком очень далеко что-то. Непонятно. Ну да ладно. Ладно. Сейчас доедем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать. Все. Застрял. Да уж. Хорошо. Надо будет искать тогда новую машину. Так, какую же машину мне тут найти? Спрячем оружие, не будем пугать народ. Сейчас будет разъезжаться влево и вправо. Так, ну это точно не буду брать. Вторая там у нас машина тоже какая-то неказистая. А вот эту я, пожалуй, возьму. Она, в принципе, ничего. Вот. Сам fuck you, ё-мо. Ох, ёлки-палки, еще на полицейских нарвался. Ну ладно, хорошо. Сейчас будем уходить от полицейских. До свидос, полицейки, до свидос. Так, там у нас горы. Хорошо. Так. А мы не сдаемся. Нефиг меня преследовать. Ну так, это бесполучие, да? Получие, хет. Да ё-моё. Надо ноги делать. Уходим, уходим. Ой, ё-моё. Бля. Ёбаный СТ, чё ж так не везёт-то, ё-моё. Да отвалите вы, бля. Вертолёт летит. Это жесть. Сейчас я всех тут перестреляю. Ай, чёрт. О, ё-моё. Тут какая-то перестрелка, блин, прямо около моего дома. Ладненько, поехали отсюда. По добру, по здорову. Вот уже у меня стреляет. Ой, извините, товарищ офицер. Извините, я тут ни при чем. У нас тут перестрелка. Видите, я покину, я покину это место. Извините, я нечаянно вас врезался. Он стреляет по полной программе. Да, ёпус. Ну блин, это пипец так оставлять. Товарищи стреляют налево и направо. Надо, блин, хотя бы отомстить, но это ж не дело какое-то. Не, я вижу, вон один на карте стоит, что-то там курит, стоит, ждет чего-то. Ты меня ждешь? Че ты сюда смотришь? На, мой маленький. Вот так вот, принимай. Пулю. Так, вот, его убили.
Рамбола, игрок. Хорошо, вроде там еще два чуть дальше. Надо будет их тоже как-нибудь снять. Они у нас такие оранжевенькие, значит, у них своеобразная опасность в них есть. Они тоже любители пострелять в игроков. Ну, сейчас мы их проучим. А, одного убили. Хорошо. Так, остался еще один. Он там где-то наверху. Так, а там у нас внизу что? Кругом одна полиция. Ясно. Так, ну где же ты, мой маленький? Так, походу там наверху. Сейчас тут кидается. О, елки-палки еще. Полисмен убил, гад, а? Иди-ка сюда, мой маленький. А, что ты там взрываешь? А, о, он ко мне идет, ко мне идет, ко мне. Ну-ка, затаимся. Иди сюда, хороший мой. А. Получай. Да, ёпарас. Раздобудьте самолет и приготовьтесь к испытанию. Полет вверх ногами. Ну чё, надо, блин, попробовать поучаствовать в данном мероприятии. Самолет. Раздобудьте самолет. Это мне, значит, надо будет в аэропорт. Аэропорт у нас здесь. Let's go. Погнали в аэропорт. Так, начало у нас через 20 секунд. Через 25. Ясно. Баренька тогда дамчим. Так, осторожней. Погнали, родимый мой родной. Сейчас покажем фигуры высшего пилотажа. Ну, какой ты черненький, красивый, а? Ну, блин, любо-дорого смотри. Сейчас мы тут будем показывать фигуры высшего пилотажа на тебе. Ну, давненько я уже не летал, так надо вспоминать. Так. Вот, вот. Ха. Руки помнят. Помнят, как летать. Так. Хорошо. Сейчас выйдем напрямую. И... Так, переворачиваемся. Давай. Отлично, вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вверх, вверх, вверх. Ой, не тот вверх, не тот. Бля. Отлично меня резнуло. Попытка номер два. Я думал, резнет где-нибудь в другом месте. Вот хороший самолет. Сейчас попробуем. Давай, мой родимый. Полетели. Так, надо попробовать. Над водой будет, наверное, самое безопасное. Сейчас. Переворачиваемся. Полет на низкой высоте над глубокой водой не учитывается в этом испытании. Понятно. Хорошо. Сейчас тогда вылетим мы на сушу и продолжим. Потихонечку поворачиваем к суше. Поворачиваем. Ё-моё, это жесть какая-то. Давай вот так лучше. Так будет быстрее. Чё ж тебе вилять так неправо? Так. Вот. Так вот и полетели. Фу, блин, как непривычно-то вверх ногами. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня аж мутит. Жесть. Ну ладно. Вот так вот. Держим путь. И потихонечку. Вроде как метражи нам насчитываются. Интересно, сколько за это задание нам деньги дадут. Но главное занять призовое место. Или одно из призовых мест. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это слишком... Слишком... на волоске. Неплохо получается. Возвращаемся в город. Так, что у нас тут? Так, тут нас пишут в чате, какой-то хакер появился. Что за хакер? Ёпта! Это что такое-то? Откуда эти самолеты взялись-то, ё-моё? Да, видать, точно какой-то хакер у нас тут взялся. Ё-моё.
Ну да, это GTA Online. Ёлки-палки, ребята, вы это видите? Это жесть просто. Это же эти, блин, читаки. Ё-моё! Дождь из самолетов, это просто жесть. Так, ну, в принципе, все ясно. Это просто очень жестоко. Так, ладненько, хватит пока. Ох, блин, чуть не задел крылом. Тихонечко потихоньку. О, ё-моё, а. Сколько... Ё, вот меня даже подлагивает чуть-чуть. Вот это да. Дождь из самолетов. Ой-ой-ой, как подлагивает, а? Так, ну-ка давай-ка туда. Нет-нет-нет-нет-нет, давай сюда. Ё-моё, кругом одни самолеты, это вообще. Так, ну задание я выполнил, за это я получил 7500. Нормально, нормально для задания. Так, ну что ж, в принципе, можно уже даже катапультироваться. Уху, Элвис покинул здание. Я лечу. Вон, смотри, сколько самолетов. Просто жесть. Беспредел. Раскрываем парашют и... Вот, блин, как мешок за хамбом, блин. Приземлился. Просто жесть. Ладно, ребят. Вот такая у нас сегодня какая-то серия получилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, это будет еще не последняя серия из GTA Online. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Блин, это кто-то, блин, вот здесь, ну, кидает гранаты-то, а? На, ёпта, на. Кто такой нехороший? А, вон он наверху, да? Ну ладно, все равно мы вас всех этим ломиком-то отмудохаем. Так, кто здесь? О, вот он, дружочек. Иди сюда, мой маленький. Блин, ни хрена себе. Хакер, блин. Иди сюда. Да ё-моё. Я тебя все равно достану. Да, блин. На, ё-моё. Блин, смотри, как он. С читами играет. Ух, ё... Блин. Ну, полный беспредел какой-то. Так, идите сюда, ребятки. Давай. Ну, там, походу, уже замочили. Да. Так. Вот, иди сюда. Дорогой мой, не подскажете, как подойти, пройти в библиотеку? Иди сюда. Я спрашиваю, в библиотеку как пройти? На, блин, скотина. Читеришь ты тут.